Привет! Для тех, кто впервые зашел на мой канал, скажу, меня зовут Любовь. Тема сегодняшнего видео – это орхидеи. Часто я слышу, что обсуждают блогеров, говорят, что они что-то скрывают. Ну вот, давайте немножко разберемся по порядку. Лично я буду говорить о себе, а другие пусть скажут о себе. Если скрывать, то что-то можно скрыть. Например, чем обрабатываются орхидеи? Если у вас пышные, у блогера цветут орхидеи, огромные каскады, здесь где-то таится все-таки такое, что человек может что-то не рассказать на публику. Но, как вы знаете, у меня таких обильных, шикарных каскадов нет, поэтому скрывать мне нечего. И скрывать мне нечего по поводу того, где растут мои орхидеи. Вот смотрите, у меня есть полка, я не скрываю. Полка, подсветка разная. Здесь дневной свет, а здесь специальный для растений. Чем отличается? Да я не заметила, чтобы чем-то они отличались. Что эта подсветка работает, что та подсветка работает. Вот так же у меня полка вот такая вот высокая. Здесь все лампы одинаковые. Все они у меня под досветкой. Но не все орхидеи находятся под досветкой. Не буду скрывать, также скажу, что две партии, если их можно так назвать, растут без досветки. Смотрите, стоит у окна. Раньше стояла в углу. Как бы зимой досветка, вот этот свет слегка помогал моим орхидеям. Сейчас уже приближается весна, поэтому я передвинула свои... Моя ты красавица! Передвинула свои орхидеи к окну. Вот так вот три орхидеи стоят у меня на подоконнике. И как вы видите, на подоконнике у меня нет ничего подстиленного. Вы думаете, у меня здесь жарко и тепло на подоконнике? Но я не соглашусь. Сейчас везде идет холодная температура, почти практически у многих. И даже бывает... Посмотрите, что. Вот, видите, какой кусочек льда у меня лежит на подоконнике. Орхидеи в этот момент, может быть, им и прохладно, но это им как бы в помощь для того, чтобы пустить цветоносик, перепад температуры. Пользуюсь простыми удобрениями, как вы видите, Форта, ну и типа вот такие цветочный рай. Это удобрение у меня куплено для сада и огорода. Мы будем с вами подкармливать гортензии и рододендроны. У меня есть парочка. Если зиму переживу, значит, будет все нормально. Что я хочу сказать про этот метод выращивания орхидей на подоконнике без утеплителя. Если вы живете на дальнем севере, где там морозы, где там вообще невозможно подойти к окну, где сифонит, конечно, лучше бы им найти другое место или хорошенько утеплить подоконник. Мне это не нужно. Я как-то один год утепляла, а потом перестала в целях лени, наверное. Тут за всеми не углядишь. Тут надо сделать, там надо сделать. Поэтому не всегда получается. Вот так у меня растут уже не один год орхидеи на этом подоконнике. Не все. Некоторые выборочно. Наверное, те орхидеи, которые я убираю оттуда, где они не цветут, или там вот эта детка, например, про которую я рассказывала, вот эта орхидея тоже не цветет уже, наверное, года 4. Это цвела, про нее я вам рассказывала, орхидеи, которые не пересажены. Если вы, у вас нет возможности выращивать орхидеи где-то в теплом месте, тогда обратите внимание на полив. Посмотрите, какие сухие корни у этой орхидеи. И я еще не стараюсь ее поливать. Почему? Да потому что, видите, какой полный веломен. И влаги этой орхидеи еще вполне достаточно. Сейчас пройдут морозы, и я ее полью. Так вот, имейте в виду, там, где холодно, полив скудный, ограниченный и реже. Вот на это самое главное обратите внимание, новички, потому что именно после полива в холодное время орхидеи часто погибают. На этом, наверное, все. Скажу вам всем до новых встреч на моем канале. Всего вам самого-самого. Будьте счастливы. Всем пока. Пока.